праздничный день 1 сентября представители Тольятти Азота посетили торжественные линейки в школах Комсомольского района. День знаний, особенный в жизни будущих школьников и их родителей. Третий год подряд каждый первоклассник Комсомольского района получает в этот день красочный подарок от Тольятти Азота. Развивающий учебник «ТуАзбука» содержит много интересной и полезной информации. В общей сложности 630 учеников смогут изучать грамматику и знакомиться в занимательной форме с азами химии вместе с подарком Тольятти Азота. Наше предприятие давно занимается популяризацией этой дисциплины среди школьников. И с каждым годом все больше выпускников выбирают будущую профессию, связанную с химией. Директор по технической политике Тольятти Азота, депутат городской думы Виктор Казачков поздравил первоклассников с началом новой школьной жизни. Тольятти Азот, да, традиционно мы готовимся к этому празднику. Кроме того, что мы делаем спортивные площадки, игровые площадки в Комсомольском районе, также мы подготовили еще всем, абсолютно всем первоклассникам Комсомольского района ТуАзбуки. И особенно важно для нас, как для крупнейшего химического предприятия в России, чтобы в дальнейшем они полюбили химию, по окончании школы поступили в вузы химического направления и пришли работать на наше предприятие. В Тольяттинском госуниверситете 1 сентября по традиции проводят праздничное мероприятие. В День знаний первокурсников и всех студентов с началом учебного года поздравили глава городской администрации Николай Ренц, депутаты, представители промышленных предприятий города. Студентов и преподавателей ТГУ от всего трудового коллектива Тольятти Азота приветствовал заместитель генерального директора, директор по персоналу Сергей Гулькин. Мы живем в эпоху экономики знаний, а значит, знания, свой будущий успех, свой профессионализм ребята закладывают прямо здесь, сейчас, на учебной скамье. Бизнесу нужны подготовленные кадры. Кадры заинтересованные, которые понимают, для чего он пошел учиться, что он должен знать. Однозначно, это очень полезное общение, сотрудничество. В этом году исполняется 70 лет высшему образованию в нашем городе. Тольятти Азот и Госуниверситет на протяжении долгого времени сотрудничают в подготовке квалифицированных кадров для химического предприятия. Безусловно, мы верим, что наше совместное усилие на популяризацию химии, химической отрасли, оно имеет свои плодотворные плоды. То есть популярность детей в школах, в химии мы наблюдаем, растет. И, соответственно, рады встречать талантливых ребят в стенах Тольяттинского госуниверситета. И искренне верим, что, получив необходимые компетенции, они обеспечат в дальнейшем будущее нашего города, будущее отрасли. И, соответственно, будут работать на развитие и на общее благо всех нас. Новый учебный год стартовал. Впереди у студентов и школьников много совместных мероприятий в рамках программы по профориентации, которую проводит Тольятти Азот с будущими химиками.